Световой день с наступлением осени стал значительно короче. Сегодня сумерки наступают уже с 16 часов, вследствие чего видимость на дороге сильно ухудшается. Поэтому мама Ангелина, не раздумывая, купила своему сыну светоотражающий костюм. Я сама водитель, я знаю, как тяжело увидеть пешехода в темноте, поэтому это необходимо. И даже на рюкзак мы приклеили светоотражающий элемент, потому что также я иду, водители смотрят. То есть это должно быть доступно. Как бы это безопасность не только для нас, для пешеходов, но это и для водителей должно быть удобно. Водитель должен видеть. Не отказываются от светоотражающих элементов и взрослые. Папа Анатолий, хоть и считает себя уверенным пешеходом, признается, что с ними все-таки спокойнее. Поэтому сегодня он вместе с сотрудниками госавтоинспекции вышел в рейд «Засветись». Мне не безразлична безопасность наших детей, поэтому я решил принять участие, чтобы раздать вот светоотражающие значки и, соответственно, вот листовочки. Специалисты утверждают, что в темное время суток пешеход становится заметным для водителей всего лишь на расстоянии 5-10 метров, в то время как тормозной путь автомобиля при скорости 60 км в час составляет более 30 метров. Когда на человеке есть хотя бы один светоотражающий элемент, и он появляется где-то вблизи проезжей части, собирается ее перейти, то при попадании света фар водителю такого пешехода заметно уже с расстояния примерно 150 метров. То есть этого расстояния и времени, да, чтобы доехать до пешехода, водителю вполне хватит, чтобы понять, что пешеход сейчас собирается переходить дорогу, нужно сбавить скорость и быть готовым к полной остановке, чтобы его пропустить. Госавтоинспекция напоминает пешеходам о необходимости использования светоотражающих элементов в одежде, а водителям быть особенно внимательными на дорогах в темное время суток.